Итак, коллеги, начинаем наш очередной вебинар. 9-го тренинг вебинара по рослым процессам. 16-й день. И тема очень любопытная. В прошлые разы мы с вами закончили темы по типам рослых процессов, которые описаны в этих документах. Ну, можно даже не повторять. Там все известно, там все хорошо. Потому что те рослые процессы, тип рослых процессов, они известны, поэтому, как ни странно, с ними проще. Потому что, если нам повезло, и нам попался в реальности, в природе, такая река, такой участок, который мы с вами выбрали, который соответствует какому-то типу рослых процессов, значит, нам повезло. Значит, мы называем его таким образом, как он есть, и все хорошо. И там, и так, там были, условно говоря, 7 типов процессов, но на самом деле там скрыто больше, и мы как раз сейчас как раз чуть-чуть приблизимся к этому и покажем, что там даже в этой ущербной, в этой короткой, в этой неполной классификации типов процессов уже несколько скрыты другие типы. Сейчас не будем. Сейчас сначала просто быстро перечисляю. Все, уже кручу, коллеги, поехали быстренько. Уже кручу. Задания не проверяю, потому что задания все те же самые, которые были и раньше. Мы как раз активно двигаемся вперед, хотим довольно интенсивно закончить, поэтому сегодня такая, в общем-то, можно сказать, что сегодня в нашем понимании несколько теоретическая тема. Потому что в нашем понимании практической, вот прямо практикой, мы считаем, когда мы разбираем конкретные участки. А когда мы изучаем ту последовательность действий, которые мы делаем для изучения конкретного участка проекта, мы это относим к теории. А уж той теории, которая вообще теория, мы вообще не занимаемся. Поэтому сегодня, условно сказать, все-таки немножко теория, потому что все-таки мы немножко идем не глубоко по сути вот прямо рассмотрения конкретных участков, а мы все-таки в принципе сегодня рассмотрим типы процессов, не описанные в один документ. Какие были описаны? Описаны были прямые, извилистые, изветвленные. Какие были прямые? Относительно, кстати, прямые. И даже это вообще-то неправильный термин, потому что правильное деление такое. К прямым, под термином прямые, мы на самом деле подразумеваем те типы процессов, в которых основные деформации заключаются в перемещении по руслу неких русловых форм. То, что мы с вами называем мезоформ. И если это в прямом русле, хорошо, значит соответствие. Если это в слабый извилистом, тоже хорошо. Если это даже в сильный извилистом, но не меандрирующим, тоже хорошо. И какие же там формы перемещения русловых форм в русле? Это два, которые более-менее регулярны. Это побочни и осередки. Неправильно. Побочни и ленточные гряды. А также еще есть нерегулярный. То, что мы называем сначала при слабо выраженной такой осередковости осередковым, а при сильно выраженном вплоть до островов, мы это называем условным нокаутом. Все. Пока это закончили, какие еще описаны нормативные документы, в нормативных документах какие типы рослых процессов? Это извилистые. Там это называется ограниченное меандрирование и свободное меандрирование. Опять же, и хорошо, и плохо. Хорошо с этими типами услуг процессов, потому что они в нормативных документах довольно хорошо описаны, но плохо то, что неудачное подобран ярлычок, неудачное подобрано название. Вполне главное там не ограниченное или свободное, а главное другое. По форме главное развитое и неразвитое. По механизму важное, что сползает вниз по долине, сохраняя степень развитости, или увеличивая степень развитости и развивается поперек долины, или поперек основного течения русла. Вот. То, что называется свободным. По сути, это развитое. И затем еще два типа процессов, которые разветвленные. Один называется незавершенное меандрирование, тоже очень странное название. На самом деле это прорванное излучение. Это опять же меандрирование разное. И по идее у нас должно быть несколько разных таких типов рослых процессов. И мы будем это называть прорванное меандрирование. У нас в связи с тем, что у нас разное меандрирование, соответственно, у нас может быть разное прорванное меандрирование.
Вот. И последний тип процессов, это по моему рукам, это вообще не тип процессов. Это вообще какая-то сборная солянка, это какой-то фон, это что-то другое. Это как просто констатация того, что у нас много протоков. И затем мы приступаем уже к оценке схемы деформации, то бишь типа русловых процессов, отдельно в каждом протоке. Это все, что мы просмотрели с вами в предыдущие там, пару встреч. Сегодня у нас тип русловых процессов не описан в нормативном документе. И что же это за тип русловых процессов? Оказывается, есть много разных других типов русловых процессов, кроме тех, которые описаны. Сначала мы с вами пробежимся, уже оказывается, даже в этой схематизации, в этой типизации, оказывается, там уже скрыто много разного другого. И я вам сегодня, вот прямо сейчас, только что тихонечко об этом сказал, что там что-то есть еще между теми типами злых процессов, которые выделены как реперные в типизации ЛГИ. Оказывается, есть еще промежуточные. У нас типизация ЛГИ — это примерно как отношение к радуге, как к семи цветам. Каждый охотник желает знать, где сидит фазан, красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый. И вроде бы можно сказать, для детей это подходит, такое детское название, что вот все многообразие цветов радуги можно свести к семи типам процессу, к семи цветам и перечислить их. Это, конечно, такой довольно убогий подход, потому что еще оказывается спектр изменения разнообразный. И оказывается, есть еще масса промежуточных цветов. И оказывается, еще есть, может быть, в принципе, давайте тогда к этому и перейдем, а потом уже пойдем по этому плану, который сейчас виден у нас на слайде. Мы по этому плану сегодня быстренько и пройдем. Итак, давайте первое, это посмотрим, а что же есть уже прямо в самой этой типизации. Оказывается, есть что-то промежуточное. Смотрите. Слева это то, что называется ограниченное меандрирование. Справа это то, что называется свободное меандрирование. Я только что с вами рассказал, что это неправильное деление правильное. Реально такие схемы деформации, конечно, существуют. Правда, это несколько очищенные, такие рафинированные, но все-таки это хорошо. И суть здесь другое. Суть не то, что это ограниченное и свободное, а суть здесь является то, что это слабо развитое или сильно развитое. И в слабо развитом, главное это то, что сползает вниз, сохраняя степень развитости, все то, что мы с вами аккуратненько просмотрели, когда занимались меандрированием. И справа крайнее, это вот уже сильно развитое. Так разве нет ничего, что может быть между этими двумя? Разве может быть только это и это? Нет, конечно, есть еще что-то между ними, что-то такое, где есть или какая-то другая схема деформации, или какая-то средняя между ними. И обычно это какая-то средняя схема. Вот, средний, сейчас уже 5 картиночек, вторая и четвертая. Это вот слабо развитая, где сползание вниз по долине, которое неправильно называется ограниченное. Четвертое, это то, что свободное называется свободным, но по сути это развитие излучин в стороны, и между ними есть вот такое вот состояние, которое очень часто встречается. И там тоже может быть целая иерархия градаций, да? Где-то может быть гораздо больше выражена схема, соответствующая второму, как сползание вниз. Каких-то может быть гораздо более выражено развитие вбок. А может быть разные сочетания. Но в целом это некое промежуточное. Это вот такое вот одновременно есть на каком-то конкретном излучине, конкретном участке. Может быть сползание и вниз, и поперек. И к этому надо быть готовым. И очень важно не спутать такой вот промежуточный тип русловых процессов, который не имеет пока названия в современном русловедении, в современном материальном документе, где развитие идет по сложной такой системе. Главное не спутать, например, очень важно вот это вот среднее 3, которое мы сейчас с вами рассматриваем, очень важно не спутать с 2, которое вот называется ограниченное меандрирование. Потому что мы к нему можем относиться спокойно, говорит, да, это только сползание излучин вниз без увеличения степени радости, на самом деле там и это тоже есть. Вот, итак, а потом, смотрите, давайте сейчас посмотрим на правый край, вот на эту пятую картинку, которая самая правая. Смотрите, здесь классически в четвертом
при сильно развитых излучинах, те, которые называются свободными, у нас в вершине излучины все обострено. Там у нас плёс, самое глубокое место. В этом месте вогнутый берег размывается, ну и с наибольшей скоростью. Напротив у нас пляж, самое мелкое место. Этот пляж намывается, это называется выпуклый берег. И все происходит по понятной схеме. Коллеги, вполне может быть, если степень развития излучин еще больше, там происходит деление на в плесе выделение нескольких плесовых лощин. И, кстати, эту, то, что я сейчас вам рассказываю, это будет где-то между 4 и 5, будет какое-то промежуточное состояние, которое тоже мне нужно нарисовать, чтобы проиллюстрировать это. Уже не один плес, не одна плесовая лощина, а несколько. Излучина все еще продолжает размывать вогнутый берег. Вот. А при обострении переходит постепенно уже в крайне правое состояние, когда уже даже вогнутый берег перестает намываться. Вплоть до того, что он даже начинает намываться. И мы заранее об этом сложно догадаться. Вот. Итак, вот мы посмотрели, что-то у нас было интерполяция посредине, среднее, третье состояние. У нас была экстраполяция, степень развития, которая более развитая, чем развитые, там уже свои эффекты, свои какие-то особые схемы деформации, которые особо не описаны в нормативных документах. И давайте сделаем шаг теперь в другую сторону, вот в крайнюю левую. Видите, где вот уже что-то такое извилистое, но слабее извилистое, чем при то, что называют ограниченным меандрилем. Там тоже, наверное, какая-то есть своя специфика. Итак, что интересно, что здесь у нас появляется, кроме, как сказать, красного, желтого, зеленого, у нас еще появляется большая гамма промежуточных состояний русел. Различная степень развитости излучины. И это не просто форма, а это в каждом из этих фотографий на самом деле скрыт отдельный свой мультфильм, который вот соответствует такой вот схеме развития излучин. Вот. И тут методологический прием, который вот наверху сверху написан, что первый, это называется между да около, это называется проинтерполировать, а также еще он называет, есть переступить предел, это называется экстраполировать, то есть посмотреть, что больше-больше, что меньше-меньше. Не только вот эти реперные схемы деформации, оказывается, есть еще какие-то другие. Так, и вот еще интересная картинка, что все это мы рассмотрели, подразумевая, что при такой различной форме верхний ряд у нас есть набор различных схем деформации. Как вы помните, мы слышим тип двух процессов, подразумеваем схему деформации. Мы говорим схема деформации, а передаем знания под термином тип двух процессов. То есть это одно и то же, тип двух процессов, схема деформации. Вот. Так вот, по форме нижняя, значит, строчка, оказывается, может быть примерно все то же самое. Может быть очень слабо извилистая, извилистая, сильно извилистая, очень сильно извилистая. Но схема деформации там будет другая. Не та, которая нарисована на верхней строчке. А какая? А вот к этому как раз мы перейдем, когда перейдем к врезанным репам. Например. А может быть еще что-то другое. Итак, вот мы с вами просмотрели по меандрированию вот это вот разнообразие других всяких разных схем деформации. А теперь давайте все то же самое сделаем с полной многорукавостью. Здесь вот такой простейший такой корявый рисуночек, но довольно интересный. Смотрите, что у нас три столбика и три строчки. Это пересечение трех столбиков и трех строчек дает 9 таких сочетаний. И что у нас, посмотрим по столбикам. Средний столбик это просто синим показаны основное русло, и фиолетеньким добавлена уж некая какая-то условная протока. Средний столбик у нас русло просто однорукавое, довольно относительно прямое. С правой столбик у нас основное русло извилистое, левый столбик у нас основное русло с перегрузкой на носу, русловая многорукавость. Мы с вами еще очень аккуратно это не рассматривали, может быть даже не успеем. Поэтому я прямо сейчас здесь скажу, что слева направо вот эти три столбика, это вообще-то и есть генетический ряд, который связывает при разном соотношении, при разном значении такого довольно важного критерия
формирование разных русел, которое называется относительная транспортирующая способность, и равна отношению транспортирующей способности, то есть того, что река может носить, к тому, что поступает. Грубо говоря, в левом столбике наносов слишком мало, а в правом столбике наносов слишком много. В левом наносов слишком много, русло перегрузилось наносами, и вот это появились эти острова. Это левый столбик. Правый столбик – это как раз противоположность. Вот это вот дихотомия, вот это разделение, вот это вот антагонизм. Совершенно другая ситуация. Тот же самый критерий, тоже относительная способность, но по значению совсем другое. У нас справа извилистая. Там у нас недогрузка руслонаносами. Вот. Ну, глубоко пока в это не погружаемся. Нам сейчас интересно то, что к протокам как перейти. Смотрите, у нас просто сами протоки могут быть, грубо говоря, коротенькие, длинненькие и очень длинненькие. Это верхняя строчка, коротенькие. Вот, показываю. Средняя строчка, это длинненькие. И очень длинненькие, нижняя строчка. И что это такое? Условно есть такое деление, вот коротеньких, длинных и очень длинных. Это называется коротенькие, иногда называют протока. И очень интересно, что у слова протока есть еще другая этимология, тоже, кстати, близкая с этим. Например, протока там между заливами. Вот. Средняя строчка – это рукав, а длинная нижняя строчка – это разветвление. У нас получается, что у нас при разных типах русловых процессов на основных рукавах может быть еще, по крайней мере, разные протоки просто хотя бы по длине. Мы еще не говорим о том, что и в них самих еще может быть какая-то определенная схема деформации. Вот. И вот получается такая вот довольно интересненькая схема. Конечно, это тоже схема, конечно, это только какой-то шажочек, какая-то иллюстрация, какой-то срез возможных вообще разных многорукавностей, потому что многорукавность, она вообще бесконечна. И мы с вами перейдем еще к этому, потому что у нас с вами осталось еще, кроме сегодняшней встречи, еще 4 встречи, и они будут посвящены как раз инструментарию. Завтра мы рассмотрим разные методы расчета плановой деформации, послезавтра, второй день, рассмотрим разные методы расчета глубинной деформации, и потом, третий день, мы рассмотрим как раз методы расчета вот таких плавных протоков. Это уже будут методы. Потому что пока сейчас обзор, и он вот такой вот у нас не получается показать вот в обзоре все многообразие разных плавных протоков. А в методе мы все равно сможем сработать с любой. И потом останется последний день, последняя встреча, 11 марта. Там мы просто просмотрим уже порядок построения самого ППР, порядок написания раздела просто процесса вычет переживания изысканий, потом такие коротенькие, но интересненькие темы, которые называются ответственность русловика, взаимодействие русловика с другими разными людьми, экспертом, заказчиком, начальником, топографом, гидрографом, гидрологом. И что делать дальше? Вот. Поэтому все это у нас еще впереди. Наверное, мы все успеем. Сегодня у нас тип процессов не описан в нормативных документах. И что же у нас описано в нормативных документах? Я выделяю сейчас правое и среднее. Это то, что называется в терминологии глиссированный мембрин. И правый и нижний, то, что называется по именно грукам. А что все остальное? Все остальное там не описано.